В чешском городе Кожлане 35-летний украинец избил молдаванку, после чего взорвал петарду в ее интимном месте. В результате женщина получила серьезные травмы, за ее жизнь борются врачи. Об этом сообщил местный портал, уточнив, что в настоящее время злоумышленник задержан. По данным СМИ, мужчина не стал вызывать пострадавшей скорую помощь и решил сам отвезти ее в больницу. При этом он пытался убедить врачей в том, что это травма, вызванная ударом в живот. Медперсонал усомнился в этой версии и вызвал полицию. Приехав на место, они задержали мужчину. В полиции заявили порталу, что пока могут подтвердить лишь сам факт нападения на женщину и участие в этом инциденте двух иностранцев. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия. В августе в центре Будапешта украинец избил 49-летнего венгра и украл у него $14, о чем сообщала полиция города. В результате пострадавший скончался от полученных травм, правоохранители допросили нападавшего и арестовали его. Полиция отмечала, что украинца сопровождала некая женщина, которая наблюдала за избиением венгра, а потом пила вино со злоумышленником, которое было куплено на украденные деньги. Венгерская полиция завела дело на еще одного человека, который не оказал помощь пострадавшему.